Схватила рыбу? Рыбу. Да ты что? Тихо, тихо, не пугай. Своровала рыбу? Да? Ох, какая. Хорошая, привет. Ой, какая ты. Лапка. Тихо, она может кусить? Да. Да. Наверное. Привет, малютка. Дай познакомиться. Ты пришла за рыбкой? Ну иди, возьми. Иди, возьми. Тебе можно, иди. Ух ты, какая. Да и рыбку. Только небольшую. Опа. Самую большую, по-моему, она схватила самую большую рыбу, которую я поймала. Он дает. Схватит какую-то. О, какая хищница. Пускай все берет. Надо убрать. Блин, там... эти стеклышки. Да, стеклышки надо убрать. Ой, какая. Давай. Еще дальше. Всю рыбу перетаскала. И мало-то ей. Вы сколько? Две штучки осталось. И вообще никого не боится. Бежит такая. Ты-ты-ты. Привет. А как своя уже. Привет, Ноль. Как своя просто. О. Так давай. Маргарита умничка решила убрать весь мусор, собрать по берегу. А то тут рыба. Норки бегают, да, скажи? Угу. И пораниться могут. Умничка. Рыбы уже нету, она опять. Ну все, нет рыбы-то. Нету рыбы. Нету. Ну, нету. Ну. Нет рыбы, да, да. Ой-ой-ой, опасная какая. Ой, деловая, ничего не боится. Она рыбу сейчас будет ловить. Ждет, когда ей наловят, наверное. Красавица какая. Красивая. Она Саше пошла рыбу. А давайте ее возьмем в семью. Да, конечно. Да? На нее рыбы не напасешься. Видишь, какая проглотина. Где она? Как Саша. Я не знаю. Она быстро, как Саша. О! Уба! Где она? Вот она, Саша, она сейчас у тебя вылезет. Вот она. Ну ты звезда сегодня у нас просто. Пошла проверять, не наловили ли ей рыбы. Так, что за дела? Почему нет рыбы? Пришла с проверкой. Ревизор с проверкой пришел.